В рамках благотворительной акции «Копилка Победы», реализуемой Единым республиканским штабом поддержки военнослужащих и членов их семей, при главе Карачаево-Черкесии в городах и районах республики прошел концерт «Россия. Единство. Победа», цель которого – консолидация общества для поддержки военнослужащих, участников специальной военной операции на Украине. Смотрите подробности. С первого дня специальной военной операции централизованно формируется сбор гуманитарной помощи для нужд военнослужащих. Как и на других площадках, где прошли благотворительные концерты, в фойе Дома культуры Черкесска были установлены ящики для писем и пожеланий нашим бойцам и сбора пожертвований. В торжественной части благотворительного концерта зрителей поприветствовал первый заместитель руководителя администрации главы и правительства Марат Хубиев. Радует и другое, то, что простые наши люди, откладывая свои личные дела, находят возможность каждый день, я подчеркну, каждый день вносить какую-то свою определенную лепту для того, чтобы нашим ребятам было легче на передовой. И хочу еще раз произнести главный наш девиз: когда народ и армия едины, мы непобедимы. Самых активных участников акции «Копилка Победы» наградили почетными грамотами. Слова благодарности жителям республики за поддержку участников специальной военной операции выразили и депутаты Народного собрания. Низкий поклон нашим защитникам. И я уверен, что каждый из здесь присутствующих желает одного, чтобы все наши участники специальной военной операции вернулись в свои семьи, к родным очагам, к своим родным и близким, живыми и здоровыми. С яркими концертными номерами на сцене городского дворца культуры выступили артисты Государственной филармонии. Аналогичные концерты прошли и в других районах. Известные артисты республики и районного отдела культуры выступили перед жителями Прикубанского района в поселке Кавказский. Наше сердце бьется синхронно с нашими бойцами вместе. Я думаю, это не просто слова, так оно и есть. Вот, например, администрация района, вот сейчас 3-4 строительные бригады работают у родителей наших бойцов, которые выполняют свою присягу, участвуют в специальной военной операции. Так что всем миром, я думаю, мы должны одолеть эту чуму. Исполнив патриотические душевные песни, жители Зеленчукского района своими яркими выступлениями порадовали лучшие артисты и творческие коллективы муниципального района. А полный зал неравнодушных жителей Карачаевского городского округа, которые поддерживают наших бойцов, охотно и щедро приняли участие в благотворительном концерте. Все вырученные от концертов средства пойдут на приобретение вещей и необходимой техники для бойцов, участников СВО. Мурат Джантюзов, Вести Карачаева, Черкесия.